вернулся кузнец? Есть время. Можешь честно сказать, что соскучился.
Ну, час настал. Это начало конца. Для Одина. А для всех нас это станет началом новой жизни. Атрей. Знаю. Просто жду не дождусь, когда все миры объединятся и дадут ему отпор. Эльфы, гномы, даже Хель. Уверен, что объединятся. Они должны. После всего, через что они прошли, должны. Верно? У тебя остались дела в Мидгарде? Ну, пока можем ими заняться. Фрей и остальные все еще готовятся к наступлению. Время есть. Могила злобного берсерка. Неужели дракон Бальдра все еще здесь? Кажется, будто это было вчера. Да. Холод его хранил. С тех пор ты сильно вырос, парень. Спасибо. Итак, похоже, в Муспельхейме все получилось. Ну, может быть. Сурт не хотел вовлекать Синмару. И вместо того, чтобы их объединить, мы придумали, как создать зверя Рагнарёка без нее. Ну, будем надеяться, что он все-таки явится на Рагнарёк и вонзит меч в сердце Асгарда. А где оно конкретно? Это знает только Сурт. Я готов. Жду сигнала. Собрались в своих мирах и ждут сигнала Кьялархорна. А я надеялся кого-нибудь из них увидеть здесь. Когда разом откроются все башни миров, то еще будет зрелище.
Один такого точно не ожидает. Нет. Один ждал этого очень давно. И в облике Тюра он услышал правду. Не стоит его недооценивать. Брат, отличная речь. Очень вдохновляет. Ого, валькирии выглядят иначе. С возвращением. Хильдис Винни сказал, что у вас все получилось. Мы учли это. Ну, что за Рагнарёк без Рагнарёка? Кто еще нас поддержит? Я вижу валькирий. Не совсем. Они переродились. Благодаря магии ванов они обрели тело и свободу воли. Теперь они воительницы. Отлично. А твой брат? У него получилось. Эльфы объявили перемирие и объединились против Асгарда. У нас будет преимущество в воздухе и с армией Хеля в авангарде. Как там Синдри? Гномы придут? От него ничего не было слышно. Но время еще есть. И теперь мы можем открыть дорогу зверю Рагнарёка. Ты так говоришь, будто все пройдет гладко. Сигруд, славно видеть тебя такой живой. О, да. В прошлый раз я была сама не своя. Я рада, что ты жив. Моя королева, воительницы будут распределены в отряды, прорывающиеся из Альфхейма, Хельхейма и отсюда, из Мидгарда. Мы готовы. Кратос, Атрей, Мимир. Прошу меня простить. О. Что ж, доброй ночи. Фрейя, ты решила, как мы покинем Асгард? Если попадем туда через башни, надеюсь, выйти сможем так же. А если нет? Тогда мы все знали, на что шли. В нашем плане недостает одной малости — лидера. Это должна быть ты. Это место твое по праву. Войска пойдут за тобой. И ты уже сталкивалась с нашим врагом прежде. Я смогла остановить его вторгшуюся армию. А сейчас на его землю вторгаемся мы. Войска должен возглавить самый опытный полководец среди нас. Мне не нужна слава. Меня не волнует, что гласят пророчества. Мне нужна только победа. Фрейя. Я понимаю, о чем прошу. Просто подумай. Мы пришли. Кратос, твоя палатка справа. Атрей, твоя слева. Моя? Молодому воину положена отдельная палатка, разве нет? Ну да. Ого, спасибо. Обдумай то, о чем мы говорили. И утром скажи, что ты решишь. Прости. Можно поговорить с Мимиром? Не знаю, что ждет нас завтра, но если эта ночь станет последней, я не хочу провести ее в ненависти и злости. Расскажешь мне глупую историю? С огромным удовольствием. Я бы лучше станцевал, но, боюсь, потерял темп. И со всем уважением, мои истории не глупые. Они у тебя все такие. Никогда не мог с тобой спорить.
Можно мне тут поспать? Усмири свой разум. Не могу. Давай я расскажу историю. Если я засну, да расскажешь ее завтра? Конечно. Ну, закрой глаза. Жил-был старик. Он рубил дрова для всей деревни. Каждый вечер он нагружал себе на спину бревна и разносил их жителям. Бревна были тяжелые, а старик становился все слабее. И однажды он бросил бревна, не в силах больше их нести. И призвал смерть прийти к нему. И когда смерть пришла, он единственная понимала мое изысканное чувство юмора. Толковая была женщина. Жаль, только в мужиках не разбиралась. Она была особенная. Она хотела защищать людей. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Просьба тебя расстроила? Смерть — это часть жизни, любимый. Я хочу быть готова, когда придет мое время. Для нас, смертных, это обычное дело. Я рада, что мы готовимся вместе.
Ты молчишь. Мне нечего сказать. Ну, скажи хоть что-то. Мне нравится твой голос. Костер. Я бы выбрал другое погребение. Да? В моей стране для любимых строят гробницы. Ты бы хотел, чтобы я вечность провела под землей? Чтобы ты была рядом. Как мило. Мое истлевшее тело тебя бы успокаивало. Ты уже пытался изменить судьбу, разве нет? Это не то же самое. Обстоятельства иные, но цель та же. Ты готовишься к будущему, что наступит еще не скоро. Когда этот день придет, я хочу быть уверена, что вы справитесь. И ты, и наш сын. Мы связаны навеки, Кратос. Ты всегда будешь частью меня. Я всегда буду частью тебя. И когда тебя не станет, она тоже умрет. Фэй, такая утрата. Нет. Кульминация любви — это скорбь. Но мы любим, несмотря ни на что. Мы миримся с неизбежным. Как погаснет костер, и ты соберешь мой прах, развей его с самой высокой из вершин. Сделай это ради меня. Кто глубоко скорбит, тот истово любил. Открой свое сердце миру, как открыл его мне, и ты поймешь, что есть множество причин жить в нем. Что такое? Нам пора. Я подожду снаружи, отец. Сэр.
снова пойти с вами в бой, госпожа. Я тоже. Но я не госпожа вам. Мы сестры. Ты готов? Да. Я возглавлю войско. Для нас будет честью сражаться под вашим началом. Да, брат. Я буду рядом. Ну, каков приказ? Идем к храму. Смастерила броню, ну, для атаки на Асгард. Подумала, вдруг тебе пригодится. И впрямь. Спасибо, Лунда. Ой, да ладно, поблагодаришь потом, когда... Если мы все останемся живы. Хорошо. Шикарно! Иди, покрасуйся. В бою она будет смотреться лучше. Подходит. Шикарно! Удачи, генерал. Я в тебя верю.
Чем могу помочь? Новинки. Генерал. Спасибо. Генерал. Генерал. Командир. Спасибо, дро... генерал. Бежал в эти земли от своего прошлого за новой жизнью. Но хватит прятаться. Я не хочу этой войны. Довольно страданий. Не пророчество привело нас сюда. И битву оно не выиграет. Войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем. Если такова цена отмщения, так тому и быть. Один слишком многое у нас отнял. Довольно мирам страдать. Любой ценой. Пора положить этому конец. Если нужно уйти в сияние славы, чтобы в нем сгорел Один, я уйду. С широкой улыбкой на лице. За Брока. Thank you.
Нифльхейм хотят остановить Рагнарёк. Надо отключить машины. Не лучшее начало. Подождите. Подождите. Ингрид! Ну? У нас полно дел. Вы трое, за ним. Атрей. Фрея, со мной. Прикрывайте. Мы к машинам.